Накануне Международного женского дня 8 марта даже погода заиграла по-весеннему. Солнце пригревало и создавало праздничное настроение. На дорогах города в этот день можно было увидеть счастливых автоледи с букетиками роз и маленькими сувенирами. Такой подарок женщинам-автомобилистам преподнесли сотрудники ГИБДД и представители Саровской радиостанции в рамках совместной акции «Цветочный патруль», приуроченной к 8 марта. Подобные проекты мы проводим уже в третий раз. Вместе при поддержке ГИБДД. До этого мы проводили еще весной акцию «Трезвый водитель», где мы напоминали водителям о том, что если ты выпил, и ни в коем случае нельзя садиться за руль, то есть алкоголь и вождение несовместимы. И также перед началом учебного года мы проводили акцию «Внимание, дети». Инспекторы ГИБДД останавливали саровчанок, которые были за рулем, вручали им подарки, информационные брошюры, а также напоминали о правилах дорожного движения. Сотрудникам ГИБДД помогали школьники, отряд юных инспекторов движения. Здравствуйте, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим праздником. Мы раздавали водителям, а именно женщинам, небольшие подарочки, в том числе букетики роз. Мы напоминали им, как хорошо, когда вы у нас есть. Женщины были все разные. Одни из них, наоборот, не хотели, чтобы их снимали и фотографировали. Другие, наоборот, удивлялись и очень нас хвалили. Акция «Цветочный патруль», которая прошла на площади Ленина, привлекла к себе всеобщее внимание водителей и прохожих. Тем более, что женщин поздравляли не только сотрудники ГИБДД, но и сам «Железный человек» из вселенной Марвел. Всех женщин, всех девушек поздравляем с наступающим 8 марта. Желаю всем женского счастья, здоровья, любви и всем удачи. В лице Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров хочу поздравить всех девушек, женщин с наступающим праздником. Хочу пожелать здоровья, во-первых, благополучия и удачи на дорогах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.